Сегодня с Эвелиной мы разберем особенности характера кореянок. Почему он такой и стоит ли вообще встречаться с кореянками? Такие заключения я делал на основе опыта моих друзей, ну и на собственном личном опыте. Поехали! Если вы на прогулке и зашли в какой-нибудь магазин, то вы скорее всего услышите такие намеки. Типа: «О, это так красиво, правда? Как ты думаешь, это будет на мне хорошо смотреться?» И если вы не поняли ее и вышли с магазина с пустыми руками, то не удивляйтесь, если она с вами станет меньше говорить, пока вы гуляете. Да-да-да, она обиделась на то, что вы ей не купили. В лучшем случае вас ожидает такая реакция. В худшем случае она может сказать, что вы ее совсем не цените, и найти причину, чтобы поскорее закончить вашу встречу и уйти домой. И будет весь вечер на вас дуться, пока вы не придете к ней с подарком и с теплыми словами, как вы ее любите и цените. Вот такие дела. Если у вас будут романтические отношения с кореянкой, то будьте готовы держать постоянно свой мобильный при себе, не оставлять его дальше, чем в радиусе 50 метров. Не дай бог вы не заметите, когда вам напишет ваша возлюбленная. Все, развод и девичья фамилия. Совершенно не важно, спите ли вы, кушаете ли, на работе или же лежите где-то при смерти. Помните, мобильный всегда при себе. Если вам, конечно, дороги ваши отношения. Б. Бабы. К. Корейские бабы. Кореянки очень часто обижаются из-за всяких мелочей. На самом деле все девушки обижаются на парней, когда парни даже не видят повода, чтобы на них обижаться вообще. Но кореянки здесь на голову выше остальных девушек. Кореянки потом любят жаловаться своим подружкам, говорить, какой парень плохой, что он обидел ее. Как я уже говорил, причины могут быть совсем незначительными. Например, мой парень подарил мне цветы, которые я не люблю. А ты ему раньше говорила, что тебе эти цветы не нравятся? Нет, но он же мой парень, он должен сам узнать, какие мне цветы нравятся, а какие нет. Да, ты права, подруга, он очень плохой. Тебе нужно подумать хорошо, стоит ли с ним вообще быть вместе дальше. В общем, подружки только раздувают обиду. Если вы поссорились со своей девушкой, никогда не отпускайте ее идти к подружкам. Есть еще один момент. Кореянка просто может прийти со встречи своих подружек и быть уже обижена на вас, даже если ранее все было хорошо. Дело в том, что наверняка она услышала разговор своей подруги, которая хвалилась каким-нибудь дорогим подарком или сюрпризом, который сделал для нее ее парень. К примеру, заказал очень дорогую гостиницу. Честно, я здесь совсем не понимаю. Многие корейские парни дарят своим девушкам бронь в гостиницах, где они сами без парней ночуют. Странно это. Или может дорогую сумочку, машину и так далее. Она приходит к вам и начинает жаловаться. Вот парень моей подруги подарил ей замечательный подарок. А ты мне вчера только цветы подарил. Ты совсем меня не ценишь. Даже если вы напомните ей, что тоже ей сделали дорогой подарок буквально 2 дня назад. Но она откажется это вспоминать и считать. Двуличие. Кореянки зачастую резко меняют свое поведение, когда на горизонте появляется их парень. С ним она всегда такая мимимишная, картавит голос, чтобы он был максимально кавайным. Но с друзьями она ведет себя совершенно обычно, и голос становится нормальным, а не как у подбитой касатки. Кстати, какой голос у подбитой касатки? А еще они очень хитрые и частенько используют эгё, когда им очень что-то нужно. В этом они сильно отличаются от русских девушек. Для вас будет большой, просто огромная проблема, если вы не обращаете на нее внимания несколько минут. Например, вы сидите в кресле и смотрите там видео на телефоне. Вы пришли домой и устали и хотите пару минут отдохнуть, заняться чем-нибудь своим. Вы видите, что она также занимается своими делами. Все вроде нормально. Но давайте посмотрим то, что творится у кореянки в голове в этот момент. О, он уже 5 минут сидит в телефоне и совсем не обращает на меня внимания. Наверное, я ему уже не нравлюсь. Наверное, скоро он со мной расстанется. Не хочу, чтобы меня бросили. Я думаю, мне стоит расстаться с ним первой. Думаю, сделаю это на следующей неделе. Или завтра. Хотя нет, нужно сегодня. Да. Есть много более чутких парней, чем он. Если ваша девушка кореянка, то запомните, у вас нет свободного времени. Даже если вы видите, что она занята, вы должны все равно побыть с ней. Если она скажет, что ей нужно свое время, это не значит, что вы должны уйти от нее. Это значит, вы должны начать заниматься тем же, чем она. Или просто сидеть рядом с ней и периодически что-то ей говорить. Вы не должны ее оставлять одну наедине с собой. К
Кореянкам очень важно внимание к себе. Фигура. Кореянкам очень нравятся худые тела. Не подкачанные, а именно тощие, худые. Поэтому вместо того, чтобы пахать как черт в спортзале, они истощают свое тело с помощью диет. Длительных голодовок очень часто пользуются услугами пластического хирурга. И что печально, таблетками для похудения. Вот прям каждая уважающая себя кореянка должна сидеть на какой-нибудь диете. А вес за 55 килограмм уже считается излишним. Но понятие «красивое тело» у женщин и мужчин разнятся. Ведь многих мужчин не очень-то и привлекают кости, и корейцы тому не исключение. Кореянки будут контролировать ваш телефон и периодически просить дать им его посмотреть. Самой ужасной ошибкой будет то, если вы в один прекрасный день решите заблокировать свой телефон. Для кореянки это значит, что вы что-то скрываете. И скорее всего вы скрываете свою измену. Даже если она ничего не найдет, вы потеряете ее доверие. Кореянки запрещают переписываться, а уж тем более встречаться с другими девушками. Даже если это ваша старая знакомая, которую вы знаете уже 10 лет. И у которой, может быть, даже есть муж и дети. Для нее вы можете общаться только с парнями. Кореянки заставляют своих парней отмечать все возможные даты. Сто дней с момента первой встречи, 100 дней с момента, когда они начали встречаться, 100 дней с момента первого поцелуя. И это все он должен помнить, неважно как. Хоть записывая на листочке, хоть ставя уведомления на телефон. Но главное не забыть, иначе быть в беде. Ну а потом 200, 300, 400 дней, пока парню это все не надоест, и он ее не бросит. Кореянка никогда не познакомит вас с ее родителями, если вы еще не задумывались о свадьбе или совместной жизни. В Корее принято жить с родителями до тех пор, пока пара не решит сыграть свадьбу. До свадьбы жить вместе не считается допустимым, поэтому к этому очень критически относятся. Именно родители. Вы можете и 6 лет состоять в отношениях, но и родители совсем не будут об этом догадываться. И совсем о вас не знать. Кореянки любят сравнивать вас с бывшими парнями. Каждый раз, когда вы ссоритесь, она начинает вспоминать, что ее бывшие парни никогда так не поступали. И они были лучше, чем вы, и лучше о ней заботились. Если вы на свидании в кафе, то кореянкам, как правило, очень сложно определиться с заказом. Они могут говорить, что им все равно, они будут любое блюдо. Но когда начинаешь им предлагать выбрать спагетти или кимчи тиге, они будут критиковать ваш выбор для нее и отказываться от всего, что вы предложите. И при этом она не сможет выбрать сама. Поэтому в такой ситуации вы можете просто сократить меню, чтобы она выбрала между 3 блюд. Что-то одно. Ну или просто купить ей все сразу. Если вы встречаетесь с кореянкой, то будьте готовы раскошелиться. Денег на кореянку нужно тратить много. Сводить в кафе, а это будет очень часто, так как корейцы не очень любят гулять. Через каждые 10-15 минут вы будете слышать свой адрес. Ты голоден? Ты голодна? Поэтому неудивительно, что в Корее почти на каждом шагу есть места, где можно покушать. Одним словом, щиктан. Но если вы захотите сэкономить и избавиться от лишней траты денег, то просто напомните своей кореяночке о ее диете. Но учтите те затраты, которые вам понадобятся для пластической операции, смены паспорта и жизни в бегах. Кореянки на каждом свидании предлагают пойти посидеть в кафе. В день вы можете посетить до 3 кафе. Я считаю Корею страной кафешек. Их просто огромное количество, и они везде. В Корее принято проводить время с любимым человеком именно в кафе. И помните первый пункт. За все будете платить только вы. В Корее по утрам в метро вы можете видеть такую картину. Полвагона девушек красится. Это нормально, так как они могут поспать подольше. А накраситься можно уже и в дороге. Признаюсь честно, вдоволь насмотревшись на таких кореянок в метро, я, наверное, уже и сам смогу делать макияж. Продолжение второй части этого видео ожидает вас на канале Эвелины. Ссылка на ее канал в описании под видео. Хотите вы встречаться с кореянкой или нет, решать только вам. Мы с Эвелиной рассказали о сложностях, которые вас ожидают впереди. Крепитесь. Но, конечно же, не все так плохо. Плюсы встречаться с кореянками мы разберем в следующем видео. А пока, если вам понравился этот выпуск, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Количество лайков даст нам понять, что вы действительно хотите увидеть вторую часть. Увидимся в следующих видео. Пока!